Всем привет, меня зовут Александр. Хотел с вами сегодня поделиться некоторыми своими мыслями, новостями и так далее. Сегодня у нас, какое число сегодня? Не помню, какое сегодня число. 4 декабря, сегодня 21 года. Через 25 дней, там 26, у нас уже 22 год. Вот, что я вам скажу. Сегодня у нас такой, посмотрел сегодня котировки по биткоину. Биткоин у нас упал на 15%. Некоторые альткоины попадали больше, чем на 25%. Ну, не знаю, может это звучит глупо, но сейчас я считаю более-менее хорошее время для того, чтобы закупиться. То есть, ну, конечно, бы я бы ждал, ну, биткоин упал до... Подождите сейчас секунду. Держите. Выехать надо. Биткоин сегодня упал больше, чем на 15%. Соответственно, все альткоины упали больше, чем на 20%. Что я хочу вам сказать, что самое время закупаться, соответственно, ну, я бы, например, ждал бы, сейчас биткоин где-то 46-47 тысяч за одну штуку, но я бы ждал бы цену в районе 20 тысяч долларов, то есть, ну, 20-30, то есть 30 тысяч я бы уже начинал покупать, то есть и на 100 тысячах фиксироваться. Вот, соответственно, решение за каждым. Ну, а так, день сегодня более-менее, снежок выпал еще больше. Вот, дочка, с дочерью провели последние 4 дня. Ну, в принципе, хорошо. Планирую сегодня, в субботний день, изучить технологию NFT. Ну, я, в принципе, понимаю, что это технология, знаю, как там продавать предметы искусства. Мне стало интересно, есть ли NFT на литературу, то есть на книги, на всякие разные там литературные тексты, тексты на разные там книги, стихи и так далее. Многие уже в интернете смотрят, Little Big выпустили свои яйца, которые продаются не физически, а в NFT формате. Вот, ну почему люди будут покупать такие вещи? Потому что они пользуются будут спросом, и подделать их невозможно. То есть я думаю, что некоторые вещи цифровые в будущем данной технологии. И поэтому мне стало интересно, как это развивать, как это строить, в принципе. И я считаю, что за этим будущее нужно попробовать себя в этом и попробовать развить это направление в своем развитии. Вот. Я хочу вам сказать, что найти какую-то нишу. Ну, в общем, я думаю, что через 10 лет, где-то через, ну, 5-10 лет, NFT будет везде. То есть нам не нужно будет регистрировать логотип, нам не нужно будет там вот получать своеобразные там эти вот там, патент и так далее. То есть у нас будет конкретно блокчейн, где будет записано все вот эти вот NFT изделия, там, проекты и так далее, которые, в которых будет конкретный владелец. А в чем прикол? В том, что если ты создаешь NFT
процентов от последующих продаж. То есть, ну, то есть ты являешься хозяином данной картины, ты ее продаешь, и постоянно у тебя, если ее понадобится спрос, постоянно, то ее начинают перепродавать, и, соответственно, с каждой продажи ты имеешь процент. Вот, соответственно, думайте сами, решайте сами. Пытаться начать это делать или нет, начать изучать эту тему или нет, но за этим однозначно будущее. Вот. Я уже рассказывал про Decentraland Man, тоже интересный проект, но пока дальше изучаем, что там будет дальше.